Ты рассказывал на подкасте у Гаса, что у Амкалы была возможность играть в Англии на стадионе Стэмфорд Бридж. Как оценишь вероятность, что этот матч реализуем в будущем? Ну, смотря когда, в данный промежуток времени нереализуем и невозможен. Вот, тут немножко не от нас зависит. Ну, смотри, при этом вот Николай Осипов анонсирует чемпионат мира. Там будет, он говорит, что там будет и США, то есть многие страны. Я только за, это классно. Я только рад, если получается у кого-то реализовать какие-то международные истории. Типа, мы работаем над своим путешествием, здесь над турнирным, и это круто, что есть возможность. Ты не думаешь, что вы тоже можете как-то, ну, возобновить этот диалог? Ты говорил, у вас там был контракт прописан. Ну, та история, которую мы хотели, она невозможна сейчас. Вот, есть, к сожалению, силы выше нас, вот, поэтому мы, ну, то есть, я говорю, есть команды, с которыми мы ведем диалог, но в данный момент это нереально. Ага, то есть вообще нет команд каких-то, ну, не российских, да, с которыми... Ну, типа, очень много команд из разных стран. Я даже, по-моему, на ролик записывал, сколько мы там, больше 50 команд писали, общались, и со многими из них поддерживаем диалог, вот, и ищем возможность где-то сыграть, ищем возможность сыграть какие-то. Но, опять же, сейчас эра соревновательного футбола, поэтому все это откладывается, там, на полгода, еще на полгода и так далее. Но в этом году ты хочешь какой-то матч провести, вот, именно? Все зависит от того, что никто не может планировать дальше месяца, к сожалению. Я за последние 2 года понял, что нет смысла планировать очень далеко, поэтому будем ориентироваться по ходу.